Вышла в свет новая книга под названием «Пазл Илюши». Эта книга – история обычной семьи, столкнувшейся с необычными обстоятельствами. Автор книги – Ольга Онищенко. Порой в жизни, столкнувшись с трудностями и горем, людям нелегко понять друг друга и, пройдя тяжелые жизненные ситуации, получить душевное исцеление. История, описанная в этой книге, не оставит равнодушным никого. Книгу «Пазл Илюши» можно приобрести на amazon.com, в книжном магазине «Персида» в Портленде, в русских магазинах «Гастроном» и «Премьер» в Ванкувере, а также по телефону 360-521-92-40. Книга также издана на английском языке «The Puzzle of Elijah».